Доброе утро. Сегодня у нас соревнования. Собираемся на конкурс. Сейчас сделаю мейкап, потом прическу, соберу вещи и выдвигаемся. Не знаю, что получится. Со мной Вика, она тоже выступает. Скажи что-нибудь. Ты готова? Я всегда готова. Она всегда готова. Короче, мы репетировали чуть-чуть. Надеюсь, сыграют ту песню. Вот, и мы станцуем нормально. Выиграть не знаю, но главное станцевать. Так, это типичная диета танцовщиц. Так мы готовимся. А мы идем в кафе, это внизу, как раз перекусим перед выступлением и пойдем переодеваться. Кстати, тут очень вкусный кофе на водном канале в ДК «Железнодорожник». Так, собственно, диета танцовщиц, булочки с джемом, капучино, ПП-шоколадка. Что это? Это американо. Ты не выспалась? Прям видно по мне? Нет, все хорошо. Прям тут круги огромные. Макияж все спасает. Короче, ждем Иру. Она, как всегда, опаздывает. Но мы ее за это любим. Если сейчас ей позвонить, она точно не ответит. Вот. Уже, видите, прическа расплелась чуть-чуть. Не держит плойка мои волосы. Только купила Дайсон. Расскажи, как тебе Дайсон? Дайсон прекрасен, но в питерской погоде на это вообще плевать. Короче, как бы вот это Дайсон. Ну, в общем, не покупайте Дайсон. Так, это Марина. Она тоже сегодня выступает. Мы даже чем-то похожи, да? История похожа, там что у нас похоже, там все похоже. Это блог. Ира, ты такая молодец. Ты станцевала 6 минут. Ты знаешь об этом? Нет, как так отними. А что ты сейчас будешь танцевать? Кубок для душа. Ты готова? Так. Репортаж, да. Это репортаж. Ну что, как станцевали, девочки, вы молодцы. Ждем награждения. Очень довольны. Медали хочешь? Медали хочу. А ты тоже медали хочешь? Да, тоже хочу. А нет, я хочу эту скидку кстати. Билеты в Каиры, да? О, билеты в Каиры, да. Скажи про свой костюм, кто твой дизайнер? Мой дизайнер Алена Черницкая. Алена DDC. Она сегодня продает такие еще прекрасные браслетики. Да, кстати, классные браслеты. У меня до сих пор он живой. А твой кто дизайнер? Кто тебе
прекрасный костюм. Надежда, я забыла ее. Надежда. Ладно, дизайнер, Надежда. Вера, Надежда, Любовь. Я тоже, почему только ты снимаешь? Вот опять они в телефонах. Даже не знаю. Оригинал. Оригинал. Где оригинал? Вопрос. Вкусно? Как танцевала? Хорошо? Хорошо. Я, наверное, потеряла 5 килограмм, вот я играю. Ой, солнышко появилось. Как красиво. Знаете, это такое редкое явление в Питере. Солнце. А в Египте оно постоянно. Конечно, как бы не снять закатик. Закат. Короче, все, мы закончили. Мы идем кушать. Шаверму поедем. А, шаверма по-египетски, кстати, такая в Питере есть у нас. Куда-нибудь дойдем. Блин, надо грузчиков нам, чтобы наши костюмы таскали. Раз костюм, два костюма. Питер. Ну, типа Галата, да. А, да, мы в Галату идем, кстати. Турецкий ресторан. Надо закончить этот вечер по-восточному. Хорошая традиция, да? Такие красивые турецкие рестораны. Да. Слушай, походу мы идем работать, а не отдыхать.